Всем привет, ребята! Меня зовут Нубик Алексис, и добро пожаловать в Майнкрафт! И сегодня мы с вами продолжаем выживать вот в таком вот замечательном мире. Ребята, вам, наверное, интересно, что же находится за моей спиной. Но ничего, я сейчас вам объясню. Но перед началом просмотра, ребятки, пожалуйста, не ленитесь, подписывайтесь на мой канал, ну а также поддержите меня своим лайкусиком. Дело в том, что жители из данной деревушечки позвали меня, ребятки, на помощь, да, потому что на них постоянно нападают какие-то монстры. И они попросили моей помощи. Но вы знаете, ребят, вместо того, чтобы сражаться с теми монстрами, ну, то есть мне одному, я кое-что придумал. Я построил вот такую вот замечательную фабрику, которая, ребятки, делает обычных жителей, ну, неважно вообще, обычных игроков Майнкрафта в супер игроков Майнкрафта. Ну, я, конечно, еще такого раньше никогда не делал. Я надеюсь, что у меня все должно получиться. А чтобы у меня все получилось, поддержите меня, пожалуйста, своим лайком. Здесь вот такое вот новейшее оборудование находится. Жители, подождите еще совсем немножечко, и я вас начну превращать, короче, в супер крутых жителей, и вы накостыляете обязательно всех этих монстров, которые на вас будут нападать. Ну и вот, в принципе, те монстры, о которых я и говорил, да, это они постоянно нападают на эту деревушку, но вроде бы там были еще какие-то другие монстры, но жители говорили, что они какие-то большие. Ладненько, давайте тогда мы с вами с ними разберемся. У меня здесь есть золотой меч. Вау! Блин, они еще дамажат сильно, жители. Вы пока что мне вряд ли, конечно, поможете, потому что вы еще пока не боевые. Ай, уйдите, какашки плохие. Ребят, они так больно бьются. Одного уничтожил, второго уничтожил и третьего тоже уничтожил. Да, нам срочно нужно с вами превращать этих жителей в каких-то, я не знаю, супер крутых монстров, потому что, ребят, они явно с ними не справятся. Те монстры, вы видели, какие сильные? Мне повезло то, что у меня был меч. Итак, чтобы наша фабрика заработала, нам нужно, ребятки, сюда вот, именно вот сюда поместить животных, да, потому что, чтобы скрестить, вернее, чтобы жители стали сильными, нам нужно их гены скрестить с генами животных, поэтому давайте я быстренько забегу к себе домой. Кстати, чё, блин, там еще один выжил, он чё, воскрес? Ты что, реально воскрес? Или там четверо было? Сейчас мы разберемся с ним. Получай, все, готово. Теперь, ребят, нам нужно срочно скрестить этих жителей с геном животного. А даже знаете, что я сделаю? Я скрещу их не с одним геном животного, а со многими. Берем поводочек. И вот там я видел барашек. Да, они были недалеко. Сейчас мы их, ребята, поймаем. А вот и моя малюсенькая барашечка. Иди сюда, ты мне очень сильно пригодишься. Иди, все, поймали барашечку. Теперь бежим, ребятки. Бежим быстрее, быстрее. Жители, вы можете пока созывать остальных жителей, потому что я скоро начну превращение. Итак, открываем этот домик. Ну как, не домик, этот загончик. Так, иди сюда, барашка. Ты должна сюда зайти полностью. Давайте мы полностью эту дверку откроем. Так, давай, 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 ну же. Давай, заходи, я тебе сказал. Все, наконец-то я загнал эту барашку. Закрываем теперь дверку. И это еще не все. Желательно еще поймать какую-то хрюшку. А, вон вдалеке я вижу хрюшечку. Я думаю, что, ребят, после того, когда мы скрещим гены жителей с генами барашки и хрюшки, вот это будет реально что-то прикольное. Я вообще жду не дождусь увидеть вообще, что случится. Что вообще случится с этими жителями. Но они уже явно никогда в жизни никого бояться не будут. Давай, хрюшка, иди сюда, еще тебя не хватает. Давай, заходи быстрее, заходи сюда. И последняя хрюшка. Так, все, я, короче, ребятки, немножко больше тут хрюшек насобирал, чем нужно было. О, жители, вы уже все здесь. Как хорошо. Короче, смотрите. О, даже тут и маленькие есть жители. Ну ничего, я с вас сделаю сильных, вообще сильных, мега крутых жителей. Короче, смотрите. Слушайте меня. Стройтесь все вот сюда. Вот, заходите вот в этот вот, в это вот здание. Я, конечно, не знаю, как вы все сюда поместитесь, но, пожалуйста, как-то поместитесь, желательно вот сюда вот все. Ну все, кажись, это последний. Ладненько, закрываем тогда дверку и еще последний раз запускаем компьютер. Так, теперь сюда. Вот пошла программа. Идет загрузочка. Все, повеяли вентиляторы. Да, вентиляторы заработали. И сейчас вот эти вот все жители получат суперспособность. Просто уже вот эти вот все получили жители. Ой, кстати, уже монстры начинают нападать. Вот там я вижу каких-то пауков. А вон еще.
Это что такое? Еще какие-то монстры. Так, срочно нужно ускоряться. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Механизмы, работайте в два раза быстрее. Так, все, я слышу вот этот вот звук. Очень сильный звук вентилятора. Так, ну, в принципе, все. Короче, жители, все отлично. Теперь вы можете смело выходить отсюда. Я думаю, что... Так, меня, наверное, слышно, да? Меня всем слышно? Эй, ты, чувачок, ты тут, по-моему, все новости разглашаешь по всей деревне, да? Ты работаешь в газете, если я не ошибаюсь. Ну так вот, смотри. Короче, чтобы все заработало, там, кстати, паук сзади. Нужно подождать кое-какое-то время. А точнее, подождать нужно около нескольких часов, а еще лучше сутку. Ну так вот, если ты все понял... Ауч! Если ты все понял, тогда житель, сообщи это всем. О, там скелет. Фу, он сгорел. А, нет, его жители тебя уничтожили. Ты видел, да? Они уже становятся сильнее. Жители, расходи... А, вы уже все, вы уже, в принципе, разошлись по домам. Ну, да и ладно. Короче, все. Я надеюсь, что ты сообщишь всем, а я безумно устал. Я хочу отдохнуть. Эй, ты что, ты не офигел? Уйди отсюда. Наконец-то он ушел. Теперь я смогу спокойно отдохнуть на своей мягенькой... кроватки. Ой, как же классно. Все-таки, ребят, мы сегодня с вами сделали так много хороших дел. Алексис, гад, а ну-ка вставай, ты что наделал? Эй, вставай, я тебе говорю. О, так, что, в смысле, что такое? Что случилось? О, житель, привет. Ты вообще смотрел в окно? Ты видел, что ты сделал с нашей деревней? Практически все жители стали монстрами. Алексис, мы тебя сейчас порвем. Житель, ты о чем? В смысле, какими монстрами? Вы должны были стать сильными. О, что? А, что, блин? Что это такое? А, так, ребят, походу, что те жители, которых я превратил, они меня ненавидят. Блин, они... реально готовы меня уничтожить. Это что такое? Это что, все жители стали вот такими вот монстрами? Да, вот это, конечно, папандос. Полный папандос. Я, конечно, не ожидал, что такое может произойти. Чё, блин? А это что такое? Это что там летающие? Это что, походу, тоже жители? Капец, ребят, вы посмотрите, что я сделал с этими бедненькими жителями. Ай, отстань от меня, пожалуйста, не трогай меня. Чего? Вы что, жители, разбомбили мою базу, то, что я построил? Ай, они меня уничтожили, ребята. Те жители меня уничтожили. Так, ну я же не хотел. Я не думал, что все так получится. Так, все. Благо то, что у меня здесь хороший замок, и они сюда явно не зайдут ко мне. Ладно. Сейчас у меня получите. Ой, отпустите, это очень долго будет. Ребят, короче, у меня всегда есть второй план. Вы же знаете, я... крутой нубик. Так, что тут взять нужно? Давайте дубинку возьмем. Экипировочку тоже можно взять. И, например, возьмем пистолетик. Ну и, конечно же, возьмем автомат свой. Я думаю, что этого должно хватить. Давайте быстренько экипируемся. Вот теперь я реально крутой нубик. Посмотрите только на меня. Да, ребят, вы только посмотрите. Я непобедимый. Ну, короче, что, будем исправлять тогда свою ошибку. Фух. Так, открываем двери. И привет. Нет, подождите, давайте мы сначала откроем двери. Вот так вот. Оп. И теперь уйди оттуда, на, получай, получай, ничего себе, какой сильный, сильный житель, да, очень сильный, вот еще один. Так, да, ребят, видите, они других жителей не трогают, они трогают только меня, потому что они меня ненавидят. Так, это благо то, что не все жители превратились в этих монстров. Их, по-моему, возле моей лаборатории было больше всего, чего? Ребята, как их много! А, я ничего не вижу! Я ничего не вижу! Так, давайте стрелять! Давайте стрелять! Этот меня чувак подкинул! Блин, отстань от меня, пожалуйста! Отстань от меня! Не-не-не, я сейчас погибну! Блин, нужно перезарядиться! Так, это что, не тот магазин? Это что, не тот магазин? Блин, вы что, издеваетесь? А хотя нет-нет, это тот магазин. Все, я этого грохнул, чувака! Ребята, вы видели, что эти жители теперь делают? Мне нужно срочно подобрать мое оружие и не подпускаем их к себе. Они меня еще и замедляют, оказывается. Блин, как их много. Их очень-очень много. Мне нужно какое-то мясо. Так, подбираем, подбираем все свои доспехи. А где же мой автоматик? Где мой автоматик? Так, уйди отсюда. Ай, блин, все, мне хана. Мне хана. Блин, они меня грохнули. Ребята, представляете? Это просто жесть. Нам нужно срочно бежать и забирать свое оружие. Так, по-моему, оно вот здесь вот должно быть. Так, бежим, 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 бежим. Где оно? Где, где, где мое оружие? Так, вот. Вот мои доспехи. Вот это вот все. То, что мне нужно подобрать. Так, булава. Булава, не знаю, она спасет меня, не спасет. Экипировочка только... А, вот еще на голову есть. Отлично. О, хоть немножко брони. Хоть немножко брони мы с вами получили. Давай, давай, давай. На, получай палкой. Получай. На. Аж кровяшка летит от него, ребята. Вы видели? Бо, все, есть. Уничтожил. Он меня поднять хотел, да?
Ладно, и замедлил меня еще немножко. Нужно взять пистолетик. Берем пистолетик, сейчас постреляем из пистолетика. Где же мой автомат? Я где-то вот сюда его уронил. О, вот мой автоматик. Отлично. Это то, что и надо. То, что надо. На, получай, получай, получай. Все. Этих сейчас тоже постреляем. Ребята, мы должны с вами уничтожить, ну, грубо говоря, то, что мы сами сотворили. Да, это наших рук дело, ребят. Я уверен, что эти жители, они пока что не трогают вот этих вот нормальных жителей. Но со временем они и на них нападут, мне кажется. Потому что, ну, все-таки, знаете, звериные инстинкты возьмут свое. Так, нет, нам, ребятки, мы не должны с вами допустить того, чтобы они удрали. Так, нужно срочно перезарядка. Нам нужны дополнительные патроны. Так, перезаряжайся, блин, я тебе говорю. Чё, нет? Это что, не те патроны? Вы что, издеваетесь? Это не те патроны или что? Да, блин, у меня закончились патроны. Я в шоке. Что мне продали на черном рынке? Ну да, в принципе, это же черный рынок. Так, вроде бы больше здесь никого нету. Вот там единственное еще три монстра. Я думаю, что мы их уже вряд ли как-то с вами догоним. Ребят, короче, это было очень и очень жестко. Вообще жестяк. Дайте я сниму шлем, чтобы вы меня видели. Да, это было реально очень жестко. Но мы все-таки с вами, ребятки, выжили. Больше такого я в своей жизни больше такого делать не буду. Ну его нафиг, как говорится, эту алхимию. Ребятки, кому понравилось мое видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Нубик Алексис в Майнкрафте. Всем удачи и всем пока!